Представьте, как изменится ваша жизнь, если ваш ребенок будет учиться сам, и вам больше не нужно пересказывать ему все учебники, сидеть допоздна и делать уроки. Некоторые родители даже боятся возвращаться домой из-за того, что нужно делать уроки с ребенком. Как же можно все исправить? Просто научить ребенка самостоятельно учиться. А для этого нужно поработать с его техникой чтения. Я Нина Шевчук, здесь про эффективное обучение детей. Подписывайтесь, чтобы ваши дети учились в радости без слез.